В областном правительстве прошло расширенное совещание по теме сокращения государственного регулирования предпринимательской деятельности. Ульяновский регион станет пилотной площадкой, где будут отрабатываться механизмы новой федеральной реформы. Хочу сказать о том, что буквально неделю назад встретились с участием губернатора по инициативе губернатора со вновь назначенным заместителем руководителя аппарата правительства Российской Федерации Любимовым Юрием Сергеевичем, который будет курировать, собственно говоря, вот эту реформу контрольно-надзорной деятельности масштабную, которая будет продолжаться вплоть до 2021 года. Ослабить бюрократическое давление на бизнес и сократить возможности для коррупции – главные задачи, поставленные президентом Российской Федерации. Для этого в сжатые сроки будет проведена масштабная работа федеральным центром. Так лицензия станет необязательной для многих видов бизнеса, где только возможно ее заменят стандартизацией, аккредитацией и независимой потребительской экспертизой. Сократят и число проверяющих органов. Однако улучшение инвестклимата зависит не только от федеральных, но и от региональных органов власти. В Ульяновской области разработан план реализации так называемой регуляторной гильотины на 2019-2021 годы. Который у нас предусматривает ряд мероприятий, это 8 направлений, и они все направлены на переформатирование тавтологии ряда наших направлений и действий. Участники совещания обсудили 5 шагов реформирования контрольно-надзорной деятельности на ближайший год, предложенных главой региона. В первую очередь акцент будет сделан на цифровизации, что позволит исключить бумажную волокиту. Продолжится работа по классификации бизнесов по категориям риска. Повысят требования к проверяющим структурам, чтобы добиться партнерского контроля надзора. В итоге постепенное разумное упрощение законодательства позволит максимально улучшить инвест-климат не только региона, но и страны за счет повышения уровня экономической свободы предпринимательства. Наталья Чумаченко, Юрий Ломатов. Новости Ульяновской правды.